29 марта в спортивной школе Красногвардейского района проходила тренировка спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это часть их подготовки к чемпионату России по настольному теннису. Это в детстве было, я просто приехала в лагерь и увидела, как играет мальчик. Ну, причем я поняла, что он занимается профессионально. Ну, сама начала играть лет с 15, ну так, потому что у нас тренера не было толком. За долгие годы тренировок у нее с тренером сложились особые дружеские и доверительные отношения. Фатьма без тени сомнения называет ее трудоголиком. Таких тренеров, как Александра Юрьевна, не так много, уверена чемпионка. Ну, конечно, радуешься, когда люди, в принципе, ну, с проблемами, наверное, где-то со здоровьем, в жизни достаточно сложно многим. Не все, так сказать, выросли в домашних условиях, некоторые выросли в интернате. Конечно, когда для них появляется интересное дело, настольный теннис становится их жизнью, общение становится семьей, то, конечно, это радостно. Тем более, если у них все получается, если они достигают каких-то результатов, конечно, в принципе, очень приятно и радостно, что вот так получается. Будучи сама мастером спорта, Александра старается найти индивидуальный подход к каждому из них. Нельзя в полной мере обучить всех спортсменов одинаково. Необходимо придумывать разные тренировки под каждого теннисиста. В этом и есть секрет успехов лучших спортсменов. Ольга Казанцева, Елизавета Фролова, Борис Аксенов, Екатерина Тестова. Специально для КСРК.